Северо-восток Китая завалило снегом. Снегопад в провинции Хэлунцзян, которая граничит с Россией, начался еще во вторник ночью. Отменены авиарейсы. Автовокзалы также приостановили работу. Сотни пассажиров не смогли уехать. На дорогах образовался транспортный коллапс. С сугробами пытались справиться снегоуборочные машины. Уже сейчас, ближе к вечеру, снегопад полностью прекратился. При этом температура воздуха опустится до минус 8-10 градусов.